Вы сможете наказывать только реального грифера. Допустим, вы приобрели привилегию команды проекта и решили наказать честного, невинного игрока, построившего свой дом. Вы решили прописать ему килл. Или вы решили прописать ему бан. Или же прописали кик. У вас это не выйдет. У вас нет правда выполнения данной команды. Или вдруг вы решили сломать его дом, который он честно строил месяцами. У вас ничего этого не получится. Вам все это запрещено. Потому что вы так вредите серверу. И поэтому вам нельзя этого делать. Но, если игрок пишет в чате, что он нас приютил. И отдаст алмазы. И вы ему поверили. Вы прописали успешный к нему ТП и ставите его дома. И он решил вас убить, потому что он настоящий грифер. Он бьет вас мечом со всей силы и решил забрать ваши ресурсы. И вы же не знаете, что же с ним делать. Ведь вы умерли. Он грифер, вас обманули. Что же делать? И вам сразу же появляется сообщение. Теперь ты можешь наказать грифера. Это означает, что вы получаете все права антигрифершоу. Вы можете наказывать грифера, чтобы снимать на своем сервере антигрифершоу. Вы можете убить грифера. Вы можете... кикнуть грифера! Вы теперь можете ломать его дом одним ударом руки. Это все наша система, поэтому вы сломаете все с первого раза. И для этого вам не нужно даже быть в ГМ1. И грифер в недоумении, что же происходит с его домом, ведь вы наказываете его, вы снимаете антигрифер-шоу. И когда вы уже поиздевались над грифером, сломали его дом, под конец вы, естественно, можете забанить грифера. Да, вам написано, игрок забанен. То есть вы получаете все необходимые права для снятия антигрифер-шоу, при этом не навредя серверу. Те же самые права получаете, если вас убивают в вашем же доме. Допустим, к вам забегает грифер, он решил вас убить, и он вас убивает. Все, вы потеряли все, что у вас было. Вас наказали. И вы получаете те же самые права, которые вы могли получить при гриферстве. Вы можете также вернуться в свой дом и наказать этого грифера по полной программе, прописав ему кик, килл, бан и сломать его дом. Привилегия. Команда проекта поможет вам развивать свой канал на YouTube. И не забывайте вставлять IP нашего сервера в ваш ролик, потому что у нас очень дружный сервер, здесь все любят новых гостей, новых друзей, и мы все вас ждем. Юху, приходите!